сегодня тебе будет не хватать. Ерём, это пошло. Ну зачем ты так? Разве я тебе что-нибудь обещал? Для обещания слова не нужны. Ты так все усложняешь. Зачем? Затем, что это моя жизнь, и ее не упростить. И запомни, вот так все не закончится. Даже и не думай. Я дам тебе время на размышления. Надеюсь, я еще успеваю сегодня на самолете. Отдыхай. Привет, Жень. Привет, это Ерёмин. Есть срочная работа. Слушай и запоминай. Славная квартирка. Судя по всему, убиенная была хорошо упакована. Ну так, телезвезда. Да, лучше бы она была дояркой. Мы бы тогда с тобой тут не торчали. Милости просим, господа. Заходите. Да, знакомое лицо. Я предпочитаю обычный нормальный выходной, как у всех нормальных людей. Ай, ну боюсь, сегодня с этим будет большая проблема. Твоя интуиция тебя не подводит. Даю тебе гарантии, что уже к вечеру все телеканалы будут следить за каждым нашим шагом. Не-не-не-не, меня по телевизору показывать нельзя. Что ты? У экранов могут быть дети. Ну а что, дети любят страшилки? Телетриумф, телетриумф. Что это такое? Ну, это премия такая. Премия? Ну, не в смысле премия, а награда. Как Оскар, короче. Только наша. А, в чем разница? Ты что? Тот зарабатывают, а этот получают. Ну, что у тебя? Ну, Григорий говорит, что стреляли в упор. Так, а что с обходом? Кого опросили? Все обошел, всех опросил. Никто ничего не слышал. Пальчики есть? Ну, пригодных для идентификации нет. У меня таких соседей, а? Странно, глухонемых и безруких. А личные вещи? Ничего не найдено. Ни сумочки, ни мобильного. И замок целый? Ну, и замок целый. Из чего следует, что хозяйка, убийцу или убийц, пустила сама. А потом что? Побежала в ванную? Так, может быть, убийца принес с собой ключ? Ух ты! А мы тут, шеф, не одни. Ты кто такой? Лейтенант Карасько. Отдел расследования особо тяжких Коминтернского райуправ. А, ну теперь все ясно. А я Харлей, инспектор Харлей, полиция штатов. Правда, нас еще за штаты не вывели. Ну-ка, детектив, доложите-ка, кто первый обнаружил труп? Домработница. У нее ключ есть. И по вашему умозаключению, она убийца? Да нет, вряд ли. Я с ней говорил, не похоже. Да, психологическая подготовка сыщиков Академии, не побоюсь этого слова, внутренних дел, просто поражает. Слушай, ты не даешь уроки, нет? По блату. Ладно, ладно, чего ты к парню прицепился? Чего прицепился? Ничего не прицепился. Просто выражаю свое восхищение. А ты вырази обеспокоенность по поводу качества обхода. Пожалуйста. Это называется эксплуатация ветеранов. Вы извините моего товарища, у него просто планы были на выходные. Так что вы говорите, домработница? Ничего особенного. Ну, говорит, жила Маринича одна. Вот и накануне уезжала на курорт и должна была быть до понедельника там. То есть она вернулась раньше? А с кем ездила, не говорила? Нет. Наверняка с чужим мужем. С
чего ты взял? А с кем еще? Богема. Такие со своими не ездят. Не модно. А убила жена из ревности? Да, как бы я хотел, чтобы это дело оказалось обычной бытовухой. Че, пошли глянем? Что, Яна? Ничего. Могу я просто посмотреть на своего мужа? Поухаживать за ним? А тебе не надоело четверть века это делать, а? А тебе не надоело? Опять? Мы же с тобой договорились. Я просто хотела тебя спросить, как ты отдохнул. Нормально. Проветрил голову. Там, наверное, сейчас такая скука. Мне как раз одиночество и нужно было. Погулял. Почитал. Вот и хорошо. Отшельник ты мой. Вела Олеся Яблонская. Шоу называл «Жюри присяжных». У него была хорошая рейтинг, популярность. Но когда пришла Мариныч, шоу прикрыли. А Яблонскую отправили в новостной отдел. Простыми словами, она ее съела. Ты откуда все это знаешь? Ты не поверишь. Из глянцевых журналов. Я тебя не ожидал. А что, в этих журналах есть буквы? Угу. Ну что, кажется, здесь? Давай. Здрасте. Чего так мало? Взял бы упаковку. А потом что, памперсы ей надевать, что ли? Зачем нам лишние проблемы? Потерпит. Транквилизаторы привез? Да. Доктор сказал, что в последний раз. Он всегда так говорит. Да. Ну что, поехали в пещеру? Давай, я первый. Ты, если что, за мной приглядывай. Окей. Конечно, я очень ценила и уважала Мариныча. Просто души в Людмиле не чаял. Какой талант, какой масштаб, особенно ниже пояса. Жестоко вы. Она ведь умерла. А я не мать Тереза и прощать никого не собираюсь. Меня никто не жалел. За что? За что не жалели? За что прощать? Ну, у нас были тяжелые отношения, точнее, у Людмилы ко мне. Ну, раз вы здесь, то, думаю, в курсе. Мы стараемся быть в курсе, и раз уж мы здесь, мы очень надеемся, что вы нам поможете. Ну, рассказывать особо нечего. У меня была программа, меня закрыли, а Маринич запустили в эфир. Хваткая девушка. Бездарная, но хваткая. Своих идей не было, но чужие воровала с искренней убежденностью в своем исключительном таланте. Чужие — это ваши? И мои в том числе, да. Кстати, и в выборе средств по устранению конкурентов она тоже не стеснялась. И ложилась под эти средства при самом удобном случае. И фамилии этих средств вы знаете? Как же не знать? Фамилия Еремин вам о чем-нибудь говорит? Тот самый Еремин.
Самый, что ни на есть, тот. И все-таки, кто такой Еремин? Еремин — это директор холдинга Global Boat. Пару лет назад грохнули его начальника службы безопасности. Харлей как раз этим занимался. Алло, Боть, привет. У тебя по Еремину какие-то подвязки остались? Угу, займись. А дело-то раскрыли? Раскрыли. Как ни странно, обычная бытовуха оказалась. Брат заказал брата за отцовское наследство. Да, они перевелись еще Каин. А версий было... Да. Угу. Подожди, а Яблонская не могла заказать Маринич? Это же из-за нее карьера дала трещину, а такого не прощается. И, между прочим, из тех же журналов говорят, что у Яблонской были криминальные авторитеты в друзьях. Ну, это они раньше были авторитеты. А сейчас они авторитетные бизнесмены. А скотч? Ну, мы готовы, звони. Мы готовы. Тогда начинаем. Олесю Яблонскую? Я знаю. Давно. Лет 20. Еще с тех пор, как она работала в газете бесплатных объявлений. И очень хотела попасть на какой-нибудь канал. Людей жизни учить. Чудно, чудно. Ну, а кому же еще учить, как не тому, кто эту жизнь хорошо знает? Ничего чудного. А как думаете, Яблонская могла Маринич заказать? Леся, почему нет? Были бы деньги. А деньги, судя по всему, были. Как говорится, нас немало. А если бы заказала? Кому бы обратилась? Ко мне. Но не обращалась. Прямо вижу в рапорте. Так как со слов Бориса Петровича Покровского заказ на убийство телеведущего не принимал, его связь с гражданкой Яблонской не подтверждается. Андрей Павлович, ну а что бы вы сделали, даже если бы я осознал? Обратился к психиатру. Ладно. Яблонская приходила ко мне. Просила, чтобы я поговорил с Ереминым. Чтобы тот своей протеже подобрал другую передачу. Нет, Андрей Павлович, это не она. Не ее стиль. Да и смысл какой? Передачи-то она все равно не получила. Да и она скорее бы сама подточила ножички, подправила портрет своей конкурентки. С Ереминым вы не говорили? Пока нет. А что, у него есть привычка убивать своих любовниц в ванной? Об этом я не слышал, а вот о том, что его жена не привыкла церемониться с любовницами своего мужа, об этом поговаривают. Я думаю, что ее охрана могла бы очень много вам рассказать. Так, а он что? А он мне и говорит: я не могу тебя взять с собой в Италию, потому что я еду туда с женой. Ну, ты представляешь? Ну, а ты что? Ну, а что я? Он свою жену боится как огня. Да, герой-любовник. Ладно, расскажи, что там у тебя. Да что-что, никак у меня дела. А как же твой француз, который тебе папа нашел? Понимаешь, папа в бизнесе хорошо разбирается, а вот в женихах не очень. Проблема француза. В общем, у меня с ним. Понимаешь? А что за проблема? Ну, девушки, женщины, вообще женский пол его не интересует. У них это сейчас не камильфо. Ну, а д'Артаньянов все меньше. Да ладно, ты серьезно? Ну вот представь, папа спрашивает, что там у вас, как. Он же его бизнес-партнер. А мне и сказать нечего.
Слушай, ну скажи там, я знаю, характерами не сошлись. Может быть, он там тебе другого подыщет? Спасибо. Как-то сама разберусь. Ой, Маринич показывает, смотри. Ты слышала? Нет, а что? Убили ее. Доигралась. Не надо было другим дорогу переходить. А вот и мой шалунишка. Привет, котик. Привет. 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 Лера, прекрасно выглядишь. Спасибо. Ну что, соскучились? Ну, соскучились. Немножко скучали. Угу. И что, думаете, прокатит? Сергей Львович, я юрист. Прокатит, не прокатит, не мой сленг. Скажу так. Позиции киевлян ничем не обоснованы. Их претензии на этот объект ничем не подкреплены. У вас есть все шансы получить этот завод. Ах, Володя, юридическая обоснованность в суде не главное. А вот проиграть мы не можем. Слушайте, но я ведь тоже не в Америке живу. Поэтому с этой стороны я тоже прикрылся. Угу. Значит, вы считаете, есть смысл ввязываться в драку за завод? Послушайте, я вас когда-нибудь подводил? Сегодняшнего дня вроде бы нет. Поэтому делайте то, что я вам говорю. Сергей Львович, к вам Сокуренко. Пусть зайдет. Здравствуйте. Вызывали? Да, проходи. Скажи, кто тебе одежду подбирает? Лучший костюм для моей работы стоковый секонд-хенд. Это почему? Крови отстирывать не надо, можно сразу выбросить. Извините, юмор специфический. Ничего, я привык. Значит так, мы ввязываемся в драку с киевлянами за известный тебе завод ЖБК. Будешь работать с Володей, будете собирать информацию. Ну и сам держи ушки торчком. За киевлянами могут быть люди Германа. Махач, стрельба планируется? Забудь. Сейчас все решается в судах. Но на всякий случай будь готов. Всегда готов. Сергей Львович, к вам пришли из милиции. Я занят. Я сказала. А что им надо? Моя фамилия Гордиенко, начальник отдела по расследованию убийств. Сергей Львович, если желаете, я могу объяснить причину своего визита на весь офис по громкой связи. Но мне кажется, лучше обсудить это тет-а-тет. Заходите. Спасибо. Ну что ж, уголовное право не мой профиль, но если понадобится человек, звоните. В офисе есть специалист. Да я сам специалист, справлюсь. Здравствуйте. Чем могу? Я присяду. Разговор не на 5 минут. Вы предпочитаете стоять? Итак, когда вы последний раз видели Людмилу Маринич? Это у вас такая тактика. Сразу в лоб. Не хочется в холостую тратить деньги налогоплательщиков. Боюсь, вы их уже все истратили. Вы имеете в виду телеведущую? Я не видел ее записи программы, в которой принимал участие, а было это... Около года назад. Да-да, именно так. С ролью адвоката я справился плохо, видимо, поэтому она не вышла в эфир. Может быть, это просто не ваша роль. Может быть. Больше не виделись? Где-то полгода назад, случайно в Эмиратах, в отеле. Раскланялись в коридоре. А вот телевизионщики говорят... Ну и пусть говорят, мне плевать. Про всех что-то говорят. У вас что-то еще? Да нет, что вы, спасибо. Вы были предельно откровенны, надеюсь, мне больше не придется вас беспокоить. А вам не интересно, зачем я приходил? Нет. Вы все объяснили. Сплетни. Mm-hmm.
Да, Сергей Львович. Пожалуйста, найдите мою жену, срочно. Хорошо. Андрюха, освободи меня от этой писанины. Отмазаться не получится, не мечтай. Пиши давай. А если я ошибки сделаю? Как будто когда-то было по-другому. Ты единственный, кто рапорта не сдал. Слушай, а ты этого Сокуренко помнишь? Из башмаковской братвы. Колька Обуха? Ну? Конечно, помню. Прикольный чувак. Замороченный, правда. Закопали, наверное, где-то уже. Да нет, жив-здоров. И даже неплохо сохранился. Ну, в смысле, без дырки во лбу. Я его сегодня у Еремина в офисе видел. Представляешь? Да, и секретарша еще так любезно говорит, знакомьтесь, это Николай Валерьевич, говорит, начальник службы экономической безопасности. Да ты что, экономической? Экономической. Да Колька считать умел только до трех, потом стрелял. Да уж. Да. Разрешить? Ну, привет, заходи. Нашла что-нибудь? Угу, у меня подруга работает в турфирме. И хочет предложить горящую путевку? Я согласен. Всегда мечтал слетать на Карибы. Правда, у меня нет загранпаспорта. Ничего, ночью перейдешь границу пешком. Так, Еремин и Маринич отдыхали в одном отеле на Майорке. Так. Вот. Он прилетел 2 числа, а на 3-го. Жили в номерах на разных этажах. Конспирацией называется. Угу. Но она прервала отдых и прилетела 10 числа. Он пробыл 2 недели и прилетел обратно только вчера. Что условно соответствует дате ее смерти. Вот именно что условно. Где Маринич была целую неделю? Почему домработница не знает ее возвращения? И в конце концов, где ее вещи? Ну ладно, мобильный. А почему убийца забрал ее сумочку? Вопрос. Твоя подруга не узнавала? Они где-нибудь еще отдыхали вместе? Узнавала. В течение года 3 раза. На Мальдивах, на Кипре и в Мексике. О, я почему-то не сомневался. Я тоже не сомневался. Ладно, утро вечера мудренее. Давайте по домам. Андрюха, будешь звонить Настюхе? Передавай привет. Передам. А мне что делать? Тоже отдыхай. Спасибо. Не помешал? Опаньки. Какие люди! Здорово. Хорошо живешь. Ты проходи. Садись. Давно прописался? Да уж, 5-й год. Круто живешь. В смысле, вырос. Да. Статус. Ой, кисну я здесь. Потенциал девать некуда. Скукотища страшная. Ни тебе нормальной братвы, ни оперов. Одно бабло. И водочка вот. А помнишь, как мы тогда с братвой Казбека в плен взяли? Ну, он еще у нас пол лимона слямзил. Ну, в теме с лесом. Помню, помню. Мы все такие крутые, с волынами в подвале его пытаем. А тут вы в масках, с трещотками. Руки за голову, всем лежать мордой в пол. А помнишь так? Ну, Витька. Витька сухой наш. Из кармана гранату дернул и... Всех положу. Да-да. Он еще дурак. Запал забыл вставить. Да. Потом 13 зубов за такие бабки вставлял. Сам виноват. Было время. А я теперь, видишь, как барыга бумажки подписываю. Ну, виски, водочка. Вот это. Только чуть-чуть. Ну. Алло. Да, я иду уже. Там
ноготь просто сломала, пришлось повозиться. Да, 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 да. Окей. Марине четверки. Ну, а по поводу чего же еще? Это не шеф. Ему это нахрен не надо. Скорее всего, баба его. Что за баба? Жена. Яна Эдуардовна. Да ну? Реально могла. Она баба ревнивая, страсть. Сергея Львовича пасет день и ночь. И только стоит появиться какой-то соски рядом на горизонте, она ее тут же спровадит. Да? А с одной секретаршей такое учудило. Даже я удивился. В лес свезла. Я тебе реально говорю. В лучших традициях. Да ладно. Она охранником проплатила, те ее подруги в машину, ну и стали колоть. Типа, спишь с шефом? Ну и главное, на камеру все снимали, сечешь? Ну, типа, для отчетности. Все с лицензией. Даже мы в свое время баб в леса не возили. Ну, я понимаю, какого-нибудь барыгу накорячить. Ну, чтобы баб. Ну, это же не по понятиям. А секретарша, конечно, все подтвердила. Ясен перец. Они ее плотно прижали. Ну, потом она и уволилась. А охранники эти еще работают? Ну, один водитель, да. А второго Еремин сразу же турнул. Он теперь какую-то стройку охраняет. Как зовут? Серый. Сергей Скворцов. А у этой секретарши есть телефон или адрес какой-нибудь? Ну да. Как зовут? Инна Чуприна. Ну? Маску надень. Да ладно, что-то она в отрубе. Маску надень. Ну ладно. Давай наверх. Ага. Давай. Держи. Держу. Держи. Так. Принимай. Давай. Оп. Аккуратно, давай. Красотка. Ага. Где? Там. Голенаем. Это я. Нормально все. Через час? Понял. Спеленал? Как младенца. Ну так а ты
ты предложи области следующее. Если они с нами заключат договор на поставку стоматологического оборудования, то мы им две зуботехнические лаборатории поставим по себестоимости. Ну, подойди к этому как-то по-творчески, ну. Вот скажи, этот Хомченко из здравоохранения, что он любит? Охоту. Ну так купи ему ружье. Да, ружье! Только чтобы она стоила не больше 10 тысяч. Никто не хочет работать. Всех нужно учить. Да-да. Тарас Степанович. Да? К вам девушка. Кто? Валерия Дайнека. Говорит, что срочно. Да? Ну, пусть войдет. Прошу вас. Лерочка. Привет. Не ожидал, не ожидал. Присаживайся. Чай, кофе? Нет, спасибо. Ага. Лера, шикарно выглядишь. Как там папа? Да все нормально, нормально. Слушай, Тарас, а Оксанка не звонила? Нет. Пока что еще нет. А что? Да мы с ней в салон договорились. Я ей массажиста обещала. Она позвонила, сказала, что выехала и пропала. Телефон уже 2 часа молчит. Ну, Лер, ну может планы изменились? Ну я не знаю, Лер. Да какие планы? Она меня об этом так долго просила? Нет. Там массажист из Тайваня. У него запись на 1/2 вперед. Эти мне ваши женские страхи. Ну что может с Оксаной случиться в центре города средь бела дня, а? Да-да? Тарас Степанович. Да? Звонила ваша жена. Сказала, что заедет за вами через час, чтобы пообедать. Спасибо. Тарас, ты Оксанке сейчас подумай, а не о жене. Я чувствую, с ней что-то случилось. Она бы мне позвонила. Лерочка, ну что с ней может случиться? Ну не нервничай ты. Ну все будет хорошо, не дергайся. Ну пожалуйста. Извини. Вот. Пожалуйста. Пропащая душа. Да, моя козочка. Твоя козочка уже на бойне. Мы связали ей ножки и заточили ножичек. Хочешь услышать, как она будет вещать? Что? Что вы хотите? Вы только не трогайте ее! Я заплачу! Сколько? Сколько? А это ты сам реши. Назначь сумму, а мы посмотрим, во сколько ты оцениваешь свою девочку. Будет мало, найдешь ее в реке. Жди, мы позвоним. Нет, я не хочу об этом говорить. Инна, я... Извините, а книги по медицине где у вас? Вторая полка слева. Я понимаю, вам неприятно об этом вспоминать. Мы можем реально посадить этих нелюдей. От вас требуется только написать заявление. Я ничего писать не стану. Не было ничего. Откуда вы вообще все это взяли? Понимаю, понимаю. И очень прошу подумать, отбросив страхи, эмоции. Понимаете? Да что вы вообще понимаете? Вас когда-нибудь похищали? В багажник засовывали? Или голый к дереву привязывали? Уходите. Я ничего не скажу. Не было ничего. Это все ваши выдумки. Мы можем их посадить. Извините. А можете и не посадить. Вот посадите, тогда и приходите. Извините, у меня клиент. Спасибо. То есть как не назвали сумму? А вот так? Вот так сказали, что хотят посмотреть, поскольку я оцениваю свою любовь. Так не бывает. Что значит не бывает, Леша? Я что, глухой, что ли? Леша, ты начальник службы охраны. Мне нужно действие, действие, а не осуждение. Что делать? И вы в это верите? Я не знаю. Да какая разница, верите вы или не верите? Представьте хоть на секунду, что это правда. Если это правда, то надо платить. А вдруг они все равно ее убьют? Может, в СБУ обратиться? У вас там есть кто-нибудь? Лера, какое СБУ? Ну что я им скажу, Лера?
Да, тут шуметь не надо. Если протечет, Оксану просто убьют. Мой совет. Надо платить. Значит, ты говоришь, вспоминать она не хочет. Я ее понимаю. Ну да, ну да. А что этот бывший телохранитель, похититель Еременский, где работает? По профилю. Из уважаемой строительной фирмы перешел в строительный лохотрон. Это как? Люди вкладывают деньги и гадают, построят им что-нибудь или нет. Угу. Много угадывают. Через 2 месяца объект сдавать, а у них только котлован. А на днях дольщики митинг устроили. Все закончилось дракой с охраной. Ну что, тогда поехали. Поддержим митингующих. Андрюха, а можно я с собой возьму вот эту штучку? Ты где это взял? У гопников на районе отобрал. Можно? Заодно и опробуем. Я тебя пробую. Понял. Кстати, Андрюха, может, пожрать заедем, а? Да, работа тут кипит. Такими темпами не скоро мы новоселье праздновать будем. Да, а у охранников рожи-то недобрые. Не любят здесь клиентов. Да смотри, опять приехали квартирные вопросы задавать. Сейчас я дам квартирный ответ. В чем дело? Машину убрали и валим отсюда. Ох, что так грубо-то? Тю. На строительной площадке посторонним появляться категорически запрещено. Ага. А сейчас зуба? Зато понятно. Ты ж Скворцов. Я что? Ну, а будешь попугайченко в клетке? Короче, валите отсюда. Ой-ой-ой, как грубо. Ну, кому по роже еще? Спокойно, вам еще повезло. Вашего коллегу вообще скорая увезла. Понятно. Ну что, у одного, скорее всего, сотрясение мозга и, похоже, нос переломан. Нужно госпитализировать. Угу. Доктор, а на месте никак нельзя помощь оказать? Уважаемая, а вы за него на себя ответственность возьмете? Я вообще не понимаю, зачем нужно было так людей бить. Да это им обманутые дольщики наваляли. В смысле? В смысле? Строительная пирамида. Застройщик берет деньги, а дом не строит. А потом возмущенных людей, которых банально кинули. Разгоняли вот эти вот красавцы. Нас менты побили. А митинг, между прочим, никто не разрешал. И поэтому можно людей бить? Молодые, здоровые мужики могли бы себе работу нормально найти. Доктор, на нормальной же работе работать надо. А тут лучше кулаками махать. Угу. Знаете что? Сотрясение мозга довольно легко симулировать, да и поломанный нос под большим вопросом. У вас других пострадавших нет? Да пока нет. Доктор, сделайте с ними хоть что-нибудь. Я на минутку. Да без проблем. Да я вам повторяю еще раз, что я ничего не знаю. Девушка тебя познает, поедешь в тюрьму, понял? Послушай, какая девушка? Какая тюрьма? Мне доктор нужен. Да если бы я своего друга вовремя не оттащил, тебе бы сейчас патологоанатом был нужен. Давай еще раз попробуем, по-хорошему. По-хорошему? Угу. Ладно, записывай. Я ничего не знаю. Да я тебе сейчас сам шею сверну для профилактики. Харлей приехал. Почему вы этим только сейчас занялись? Потому что наш отдел не знал раньше о вашей беде. Какой отдел? Специальный отдел. По защите слабых, униженных, оскорбленных. Я не слышала о таком. Ну, это секретный отдел. Что-то вроде ФБР, только с нашими особенностями. Ина, давайте так.
Я сейчас приоткрою дверь, вы загляните в щелку. Там находится человек, мне просто надо знать, был он среди этих ублюдков или нет. Если захотите, можете написать заявление, а ну, если нет, просто скажите, был или не был. Вы готовы? Да. Ну, давайте. Это он. Давайте, что я должна написать? Как быстро все-таки поплыл этот Скворцов. По-моему, он уже был готов рассказать, как и где в детстве конфеты воровал. Алина, у мужчины на организме есть такое место, на которое, если хорошенечко надавить, он вспомнит все. Это он про душу. Угу. Наверное. Про яйца. Скворцов и душа — это же смешно. Чтобы бабу вывести в лес, душа не нужна. Да и яйца, в принципе, тоже без надобности. Вы действительно думаете, что это жена Еремина? Ну, Маринич заказала. Не знаю, но мне кажется, духу бы у нее на это хватило. Не знаю. Кажется, это разные вещи. В лес вывести или киллера нанять. Конечно, разные. Там долго, тут быстро. Правда, быстрик. Хватит прикалываться, Харлей. Моя фамилия Скорик. Так, по делу что? По делу? Я думаю, это Еремин. Она, наверное, его чем-то шантажировала или надоела ему. Раскроем, узнаем. Алена, светись пока. В смысле? В машине оставайся. Хорошо. Я не веду приватных бесед с милицией, особенно в своем доме. Может быть, есть исключение из правил? Нет, исключения нет. Если нужно, вызывайте повесткой. А сейчас прочь! А еще про нас говорят. Что мы не культурный народ. Если не уйдете, я позвоню прокурору. Сережа, кто там пришел? Уходите. Сергей Львович, а почему вы решили, что мы пришли говорить с вами? Сережа, а кто эти люди? Здравствуйте. 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 Господа из милиции пришли задать пару вопросов. Так не держи их здесь. Я распоряжусь, чтобы сварили кофе. Хорошо. Мы пришли задать несколько вопросов вашей супруге. В связи с чем? В связи с убийством Людмилы Маринич и похищением вашей секретарши Инны Чуприной. Попрошу вас в мой кабинет. Нужно переговорить с глазу на глаз. Позвольте. Я не веду приватных бесед с родственниками подозреваемых. Если будет нужно, вызовем вас повесткой. Я знаю причину убийства Маринич. Бодя, побудешь тут? Угу.